15 октября, с вами гуманитарные войска Санкт-Петербург. Сейчас мы приехали в первую клиническую больницу, номер один, больница Вишневского, для того, чтобы передать гуманитарную помощь от фонда солидарности с Донбассом и страны Басков. Здравствуйте. Здравствуйте. 15 октября мы сейчас доставили гуманитарную помощь от комитета по солидарности с Донбассом и страны Басков. Скажите нам, пожалуйста. Заведующий отделением общественной станции номер один, Тухов Олег Александрович. Ну что, благодарен вам. Благодарен, принесли нам существенную помощь. Здесь, вот, смотрю, у нас одноразовые халаты, перевязочные, шприцы. Так что, ну, в принципе, солидная помощь от нас. Нам большая просьба. Если можно, у нас сейчас большие проблемы с одноразовыми халатами, а именно чешуйчатые перчатки. Ну, в общем, все, что нужно для больных со СПИДом. То больных, которые со СПИДом. Врачи, ну, защищаемся как можем, а нужно защищаться так, как надо. Помимо этого, будет даже неплохо, если еще приводить этих одноразовых халатов, их как можно больше. Считайте, одна операция, минимум 3 халата уходит. Ну, если есть, будет одноразовые какие-нибудь, там, как всегда, шовный материал, скальпеля. Ну что, если будут антибиотики, практически ничего у нас нет. Дают, ну, расходится очень мало. Малые поставки, мало снабжаются. Ну, еще раз спасибо. Да, вам успехов. Я залезу. По солидарности с Донбассом, стране Басков, это нам очень нужна большая помощь. Еще раз огромное спасибо. Покажем, что мы доставили. Если будет еще возможность, пожалуйста, привозите.